14 лет назад свою спортивную карьеру закончила трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Это событие великая лыжница уже который год отмечает, организуя детские соревнования. Очередной турнир на призы Анфисы Резцовой состоялся на стадионе «Снежинка». Он собрал 45 команд не только из столичного региона. Немало участников приехало из городов Центрального федерального округа. На открытии соревнований побывал и руководитель администрации «Химок» Владимир Слепцов. Все, что касаемо биатлона, лыжного спорта. Город в этом деле преуспел. У нас есть возможности, у нас есть база для того, чтобы здесь ребята выступали на соревнованиях, ребята готовились, ну и ребята готовились быть чемпионами на более высших соревнованиях. 14 лет назад мы начинали стартовать, вот там вот у нас стартовая поляна есть, и мы начинали стартовать без всяких условий. И вот уже 8-й год мы проводим вот здесь, в хороших, шикарных условиях. Вот это наша база. Подмосковье, я считаю, что одна из лучших. Главные масленичные гуляния прошли в парке имени Льва Толстого. Организаторы постарались на славу. Веселые конкурсы для детей, народное ремесло и, конечно же, главный атрибут праздника – блины. Печь блины в этот день – традиция. Поддержать ее вызвался и руководитель администрации города. Праздничное лакомство Владимир Слепцов сделал на открытом огне. Затем Владимир Витальевич обошел весь парк Льва Толстого. Он не только оценил, как организованы гуляния, но и сам принял в них активное участие. Вместе с известным российским байкером Александром Залдостановым, он же хирург, Владимир Слепцов обратился к химчанам со сцены. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, чтобы сегодняшние выходные прошли весело. Масленица идет своим ходом, народу очень много, все горожане, да и не только горожане, гости приехали к нам сегодня сюда. Вы видите, весь парк заполнен. Хочу сказать, что масленица проходит по всему городу, во всех парках города. Сегодня вот будут сжигать масленицу, очень много народу. Главное зрелище праздника – сжигание чучела. Этот момент не оставил равнодушным ни взрослых, ни детей. Я видела, что пугало поджигает. Чучело мне очень понравилось. А тебе сколько дыма, что не задохнулся. Очень понравилось, когда сжигали масленицу. Сразу ощущение весны. Расширенные репортажи об этих событиях смотрите во вторник в главной информационной программе округа «Химки. День за днем».